Ну что, привет, привет, привет. Привет. Ебать, а что так скакануло? Прикинь, 2000 было, а сейчас 500. Не знаю, Зай. Зай, я в прямом. Такое может быть? В прямой выходишь две штуки, блядь, и потом 500 сразу через минуту. Не знаю. Всем привет, привет, привет! Привет всем. Там Витёк что-то возмущается. Витёк что-то возмущается. Как у вас дела? Привет, привет, привет. Чё надеть? Привет, привет. Блин, чё надеть? Чё надеть? 24 года мне. Витя на кухне сидит. Привет, 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 привет. Привет, привет, мои хорошие. Керчи, привет. Привет, привет. Что, скажите, чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Вы с Витей? Да, мы с Витей. Не знаю. Тебе длинные волосы очень... Да, спасибо большое. Правда, сушить их очень тяжело, а так? Я вот. Сегодня больше не кушаю. Почему ты не кушаешь, Витя? Ты на диете? Лично голодный желудок. Ты на диете? Ты знаешь, когда девушку свою не кормишь, и потом говоришь, я люблю ложиться на голодный желудок. Ты меня наоборот откармливаешь. Привет, привет, вон Шароваров, смотрите. Я люблю ложиться спать на голодный желудок, это когда девушку тебе голодная. Куда собираешься? Мы сейчас с Витей пойдем прогуляемся. Ты зачем мне надеть? Да одень что-нибудь пижуальное, просто... Спортивный? Конечно, и кроссовочки. Так, где моя баста сумка? Костюм надену. Саша. Ну что вы? Привет, я тебя обожаю. Передай привет Вика из Барнаула. Тебе передаю большой-большой приветос. Короче. Когда скоро к дочи, покажи свой проколотый пупок. Нет, не покажу. Почему? Витя самый лучший. Почему пока? Покажи пупок прокол. Не покажу. Почему? Потому что не хочу, Зай. Да пусть покажи пупок свой. Да отстань ты от меня. Да покажи пупок. Что орешь? Что такого-то? Зай, хватит, пожалуйста. Тебе же ничего другого. Да, спасибо большое, дорогие мои. Красивая пара, спасибо большое. Красивая пара. Могу показать, вот. Вот мой пупок. Проколотый. Пузамба. Да, да, я такая. Классно, спасибо большое. Блин, где? У вас холодно на улице? У нас бабье лето началось. По-моему, не холодно. Классные груди. Классные груди, Заня пишет. Груди? Груди бабули. Не, у Сашки свои были лучше, конечно. Почему ты так говоришь? Ну, потому что это правда. Нет. Только покажу. Мне нравится все натурально. Ну, все, поздно пить боржоми. Зай, поздно пить боржоми. Окей? Нет, пока. А у нас нет боржоми. Ну что, это мы дома, конечно же, у себя, дорогие, вы что? Бомжоми. Так. Мы дома. Дин, пожалуйста. Это кто? В смысле, это кто? Сумка. Вы что, издеваетесь? Кто это? Медийные личности. Здрасте. Это Витя, конечно, Витя. Кто же еще? У меня скрипит голос. Вы видите, я от него набралась. У меня тоже начинается такая... Я так восхищаюсь, ты супер красиво. Спасибо большое. Спасибо большое. Это было восхищаться. Видите, смотрите на него. Шароваров. Что? Что ты все так ведешь? Где кого? Его не буду, вы что? Издеваетесь? Зачем мне его выгонять? Зай, тебе пишут. Что тебе пишут? Что тебе пишут? На улице тепло, Москва? Москва, кто в Москве? На улице тепло, скажите, пожалуйста. На улице хорошо, да. Так. Мы сейчас пойдем прогуляемся просто. О-о-о!
мы снова вместе? Да, мы снова вместе уже. Сколько мы вместе? Уже достаточно мы вместе. Да, Зай? Достаточно, чтобы что? Достаточно просто. Что мы вместе. Влезли зерка. Молекулы. Попробую-ка я молекулу. Да? Привет, 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 привет! Да, вот почему вам так интересна моя жизнь, мой ребенок? Зачем вы вообще интересуетесь? Живите свою личную жизнь. Почему, Саш? Просто скажу тебе, как правильно жить. А, ну да, конечно, я же послушаю всех. Спрашивай, я на самом деле, я только за. Слушай, а ты можешь мне номер карты выслать, чтобы тебе помогали? Да, я это хочу свой номер карты выслать. Давайте я вам всем вышлю. Помогите мне, пожалуйста, чем можете. Вот я выложу в сторис номер карты. Скидывайте мне все денежки. Очень нужны денежки. Помогите, кто чем может. А то слишком много говорят, а они делают нифига. Советов, да, много. Просто советов. Да, давайте сразу баблом платите, и все. И мы, как бы, все будет хорошо. И доча будет рядом. А я вам дочу показывать буду. А чё нет-то? Если уж на то пошло, давайте так сделаем. Почему бы и нет, так сказать? Вчера перевела денежки дочке. Я вот доченьке денежки вчера перевела, у меня денежек больше нет. Может, мне ещё скинете, чтобы я могла ещё перевести. Привет, Дина из Омска. Дина из Омска, привет. Нет, я хочу, чтобы вы мне... Иди работай. Вот, видите, вы только советовать можете. А вот дело, где дело? На деле где? Скиньте мне денег. Вы только советовать можете. Вот только кроме своих советов ничего мне дать не можете, понимаете? А вы лучше бы дали мне. Тут мне названивать начинают. Хорошо? Вот видите, уже попрошайка стала. Да ладно, блин. Господи, есть же люди немножко долбоёбы, а есть нормальные люди. Вот я не знаю, к какой категории относить тех, кто говорит всякую хуйню. Кто говорит всякую хуйню. Нет. Не-не-не. Я нет. Так, сейчас я соберу свою сумочку. Саша, скажи, что ты хороший блогер, пусть тебя спрашивают, как правильно. Я очень хороший блогер, спрашивайте меня советы, как правильно жить. Правильно делать, я вам буду раздавать советы. Контент, годный контент. Угу. И все будет чики-пуки. Блин, как не матери? Чего? Вы смотрите на моего медведя. Ты же медведь мой. Медведь. Надо побриться. Сбричься. Давай-ка... Не веб-моделью на работу. Конечно! Веб-моделью? Ага. Да, да. Может, к Рапунцель обратиться? Как Юлька, если никого? Да, как. А что, и Рапунцель такая же была? И Рапунцель, и Юлия Ефременкова. А Ефременко уже тоже была. Да? Ну, я не знаю, но говорят так. Ну, конечно. Не, серьезно, ты слышал такое? Да. Я видела более того эфиры. Да ладно. Да. Когда это тем... Наверное, это прибыль теребонька тебе, одно место. Теперь мне говорят, не ругайся матом, не попрошайничай. Сколько вы мне будете еще давать нужных для меня советов? Да, не в том-то и дело. Вы думаете, я буду реально слушать ваши советы? Я не знаю, насколько вы должны мне близкими людьми быть, чтобы я слушала ваш совет. Корова, он, конечно, не слушает твой совет. А? Конечно, твой совет не слушает, то есть обладает отличным политикой сейчас. Выйти на улицу, в одном из людей, кто не для людей, кто для меня. Угу. Они это не сделают. Конечно, не сделают. Потому что они не послушны. Ну и все, короче, вот так. Скоро перевезу. В общем, ладно. Все, ладно, пупсики, целую всех. Мы пойдем гулять.